Компания «Караганды Жарык» проводит открытый городской конкурс граффити для поддержания творческой молодежи города. В этом году конкурс «Энергия лета» проводится по трем тематикам – «Подводный мир», «Твори добро» и «С юбилеем Караганды Жарык». Прием заявок для участия в конкурсе граффити начинается с 15 июля. Друг, мы обращаемся к тебе, хватит отсиживаться в своей норе. Выйди из тени, добавь чуточку цвета, в силу вступает энергия лета. Граффити конкурс в июле стартует, яркие краски Караганду атакуют. Стань самым лучшим, будет эффект, раскрась свой город, заработай респект. Организатор конкурса граффити ТО «Караганды Жарык». Заявки принимаются по адресу: улица Муханова, 57, /3, телефон 913-514.